вы согласны с тем, что джаз считается музыкой буржуазии? Да, конечно, поэтому я здесь. Джаз – это изначально негритянская была культура, к буржуазии отношения не имеющая. Если настроишься на джаз, то тебе остальная музыка менее интересна. Быстро придумайте рекламный слоган квартета G. Квартет G? Господи, вы что? Квартет G. Любят даже бомжи, вот. Прямо в точку. Ваше любимое занятие в People's? Пить. Для этого я сюда и прихожу. Слушать музыку и общаться с людьми, здесь собираться очень хороший коллектив. Недалеко от дома. Мое любимое занятие в People's – это созерцать, общаться и контактировать. Борщ! Продолжите ряд. Рюмочная. Музыка, квартет G. Я. Хорошее настроение. Шум, веселье и хорошая музыка. А какой месседж несет ваше творчество слушателю? Чувство. Свобода. А мы несем джаз в массы. Назовите три слова, характеризующие сегодняшний вечер. Весело, уютно, тепло. Драйв, джаз и самовыражение. Кто такой Армстронг? Это такой великий трубач. А, Нил Армстронг. Сын, наверное, не знаю. Все прекрасно.